Ну что ж, если вы смотрите это видео, по-моему, у вас опять проблемы. Проблемы с делами. Примерно 0x007b или 049b, ну и все остальное. В принципе, я в предыдущих версиях объяснял, что это такое, но повторюсь еще раз. Это несовместимые программы с видеокартой. Это, например, идут директриса 10, 11 идет, директриса 9. Просто смотря кого с версии. И просто-напросто надо будет пробовать ли вот эту, или вот эту, или вот эту включать. Или просто-напросто найти такую программу, возможно скачать, можно у меня ее скачать, естественно, в облаке. Ну здесь вот смотрите, реальный поиск. Ну, у меня сейчас интернета пока здесь нету. Вот пишет, какая серия десятки идет. Какую надо. Здесь оптимизатор. Здесь менеджер загрузки. Это как настройки в приложениях. Ну и в принципе все. Краткое описание. Сканируете. Он вас определяет. В принципе, какая у вас программа работает. Ну, в смысле, сколько у вас делов не хватает. Сейчас посмотрим. Ну, в принципе, у меня, ну, все равно, как бы, дистилляторы, чистилки, они лишние удаляют. Ну, даже, видите, у меня не хватает 50. И ничего, в принципе, сложного нету. Постоянно эту программу держать. В принципе, при себе ее. И довольно неплохо будет. У меня она, в принципе, активированная. И у меня много таких программ есть хороших, которые они, в принципе, работают. Сейчас посмотрим, естественно, что у нас покажет. Маленечко осталось. Ну вот, как видите, заканчивается. Смотрим, проверяет, какие файлы, какие нету, какие есть. И, пожалуйста, можете после этого перегрузить, можете выключить. Ну, дело ваше, исправляем. Можете копировать просто. Все, в принципе. Всем пока, до свидания. Желательно подписываться. Если понравилось, можете пригласить друзей.